Привет, дорогие друзья! Сегодня я поделюсь с вами очень хорошим способом, как избавиться от известкового налета мочевого камня с помощью простейшего способа. Для этого нам понадобятся посудомоечные таблетки, вот такие. Они могут быть разных фирм, но работают они очень хорошо. Итак, у нас унитаз чистый, но внутри есть мочевой камень, есть известковый налет. Давайте протестируем, как же таблетки эти справятся с налетом. Для этого я беру одну таблетку и просто бросаю на ночь. После этого никто не должен смывать. И утром уже прохожу ёршиком. Если у вас и под ободком тоже есть известковый налет, и на стенках, то для этого берем уксус, делаем примочки, бумажное полотенце, промакиваем и разлаживаем полностью по всему унитазу внутри. То же самое до утра. Утром снимаем и просто проходим ёршиком. Ну что, утро наступило, берем ёршик. Наша таблетка полностью хорошо растворилась. Давайте поработаем ёршиком, смоем и посмотрим результат.